сейчас моя жена там покушать сделает. И потом надо будет потом посидеть. Ну, Кристиана вот он очень это, он так радуется. Это... Улица Когненц, да? Перейдем на рвок из паха. Вот это рвок от паха, а из паха это вот. У большинства людей он находится вот здесь, в колодочке, в животной. Первое, что мы себе планируем, это под нее падать. То есть как пристанем, только не пристанем, а вот стоим, расслабились, как бы в темп отталкиваемся от штанга. Жесткость конструкции, что спина жесткая, жестко встречаем, то есть отсюда все вытекает, что мы углы правильно держим. Сколько рвешь, Саряк? А? Сколько рвешь? С огромными дисками. За голову больше заводим, за голову. Папа, посмотри. Что, в семинаре-то будем? Будем. Куда одеваться? Обочина.
елочка. Поспали час. Да. Были причины на то. Отмечали рождение дочери моей. Да. В общем, тяжелое утро было, сейчас кофейку выпили, водички, в общем, так. Душевненько сидим. Кафешечки в Кёльн. Да, приехали в Кёльн, такой город. С большим собором сразу нас встретил, такой же шумный после прошлого города. Да, будем снимать здесь, естественно, дальше вам блог. Покажем, что мы здесь смотрим. Мы сейчас, конечно, зайдем немного помятые, но как бы отойдем, все покажем, все расскажем. Кафешечка.